Как обычно, вы готовите у себя на кухне. Идете, закупаете нужные продукты и из них варите, запекаете. Здесь на конкурсе все делается ровно наоборот. Даны ингредиенты, и из них нужно приготовить два блюда. Ингредиенты самые разные. Здесь и утиная грудка, и шоколад, и сливки, и грецкий орех, и корень сельдерея. Из такого набора профессионал легко приготовит блюдо для ресторана. Я приготовил рулет из утки, там две части есть мусовая и именно само филе. Внутри курага с грецким орехом, шоколадный соус, пюре из моркови печеной и гратен из сельдерея. Вот, со сливками, тоже здесь орехи сверху, чтобы хруст придать. Вкусно выглядят и аппетитно пахнут здесь абсолютно все блюда. Жаль, что экран не может передавать ароматы. Вы бы их точно запомнили. И как из этого всего выбрать лучшее, непонятно. Но это нам, дилетантам. А лучшим шеф-поварам юга страны отделить профессионала от любителя легко. И предъявить претензии участникам конкурса для них не проблема. Когда повар приходит на соревнования, он должен показать максимум своих навыков, которые он приобрел за время до того, как он на них там готовился, скажем так. Вот. Но не все ребята подошли к этому серьезно. То есть не сказал бы, что это блюдо даже ресторанного или уровня кафе. То есть они это больше к домашнему приготовлению больше относятся. Но все это касается, конечно, далеко не всех участников. Большинство конкурсантов уже сейчас готовы работать с шефами в заведениях серьезного уровня. В любом случае, они уже получили профессиональный опыт. Конечно же, они обменялись своими возможностями. И более того, для победителей и призеров у нас предусмотрены денежные призы. За первое место в размере 50 тысяч рублей, за второе – 30, и за третье – 10 тысяч рублей. В итоге первое место, самый большой денежный приз и главное признание старших коллег получила студентка Донского техникума кулинарного искусства и бизнеса Анастасия Бартенева. Поздравляем, Анастасия! Иван Полихин, Андрей Токарев, Первый Ростовский.